Всем привет, дорогие друзья! Русскоязычное пространство Зукул приветствует вас! Сейчас начал открывать наш в среду хэнгаут коуч Даррен. Приветствуем всех, если вы впервые смотрите это видео. Наше русскоязычное пространство делает синхронный перевод англоязычных хэнгаутов, которые разыгрывают деньги в прямом эфире. И также вы можете поучаствовать в наших прямых трансляциях и выиграть, соответственно, деньги для своего бизнеса. Сегодня мы разговариваем о Zukul Ad Network, то есть сетевая реклама. Так что у вас есть потенциал, чтобы на дневной основе начать зарабатывать, развивать свой бизнес, чтобы прийти в конечном итоге к финансовой свободе, дорогие друзья. И также у нас есть сегодня с нами Джереми Раш, вот он машет. Это основатель Zukul вообще всего пространства. Также Тара Уинзер с нами. Это Канада. И сэм Джереми Раш в Англии сейчас. А коуч Даррен вещает из Америки. А мы вещаем из Казахстана, Алмата. Меня зовут Юрий Силантье. Ууу, ребята! Так что сейчас мы послушаем Джереми о том, что какие изменения есть. Вот видите, какой чат летит здесь, англоязычного пространства. Сейчас нас смотрят 152 человека. А основной трафик это, вот видите, 1500, 2200 и так далее. Так что в прямом эфире вы можете выиграть деньги. Сегодня Джереми сказал, что мы будем разыгрывать деньги опять. Так что сегодняшняя информация у нас будет о рекламной платформе на стероидах. Что это такое и как, вы узнаете сегодня. Так что если у вас есть, ребята, бизнес, и у вас отсутствует реклама, то, соответственно, никто о вашем бизнесе не знает. Так что подумайте, когда вы идете на работу, давайте возьмем работу. Что вы пытаетесь сделать? Вы пытаетесь продать себя. И, соответственно, как вы это делаете? Вы говорите о том, что вы умеете, свое резюме, образование. И, соответственно, по этому интервью вам подбирают определенную должность, за которую вы будете получать ежемесячные деньги. Так что вы себя просто рекламируете. Для чего? Для того, чтобы получать работу. И здесь тот же самый путь в бизнесе. Многие люди просто без понятия, как рекламировать себя как бренд или же просто свой бизнес. Так что, ребята, эта платформа вам показывает, как сделать свой бизнес на огромное количество рекламного пространства, делать помимо того, что свой бизнес, еще начать раскручивать бизнес других людей, за это получать деньги, соответственно, если вы блогер или у вас есть свой сайт, соответственно, вы можете стать паблишером, который будет получать деньги за то, что будет размещать рекламу у себя с платформы Zukul Ad Network, рекламной платформы. Так, и сейчас мы переходим к Джереми Рашу. И вот что я думаю, что я буду делать. У нас есть много, у меня много есть вещей, которые я вам покажу через этот хэнгаут. И в первую очередь я вам скажу, что мы сегодня разыграем $1000 на рекламные пакеты, ребята. У-ху! На предыдущем хэнгауте мы разыграли также деньги, это было около $1000. И если вы выиграли одно из, одну часть из $100, обязательно свяжитесь с Тарой Уинзер и отправьте свой email-адрес в Zukul Ad Network, на который зарегистрирован ваш кабинет, чтобы вам на аккаунт перевел я деньги. Ну, я Джереми Раш. Я сейчас поделюсь экраном, ребята.
Так что потому что после просто зная ваше имя и фамилию в том же Фейсбуке, это ничего не дает. Обязательно email из Zoocoal Ad Network. И так что, ребята, что мы сейчас смотрим? Нас смотрит сейчас 200 человек. И у нас есть 145 лайков. Так что давайте больше увеличим эти лайки, ребята, обязательно, это нам помогает. На нашем хэнгауте в том числе, если мы сейчас перейдем к нам на хэнгаут русскоязычного пространства. Всем привет, Татьяна Кузнецова, Татьяна Захарова, привет, ставим лайки обязательно. There's my other sister, Barbara, I see down there as well. And I see my brother, Peter, a moment ago as well, when I was looking through this. So we're going to choose some winners. Так что мы выберем несколько победителей из чата, кто с нами сейчас на основном хэнгауте, который можно взять в англоязычном чате Zoocoal, Skype. Также возьмите эту ссылку и раскиньте по всем социальным сетям, которые есть. LinkedIn, Twitter, Google+, Tumblr, Facebook, Blogger, Pinterest, ВКонтакте и так далее. Что еще самая главная вещь? Смотрите, ребята, смотрите. Нет пендинг баланса, ребята! Уже убрали! Джереми сказал только в этот понедельник об этом, и уже сегодня мы имеем возможность получать деньги прямо на свой баланс для вывода. Так что 70% денег идут в repurchase баланс, 30% сейчас идут сразу на вывод возможный, который сможете получить, вывести на Pay2 или свою кредитную карту. Chunk of it to people that are live on the Hangouts as we watch them, okay? So we're going to give them live high there to all the people watching live. You've got the chance of winning some money. Look, 213 people watching. Так что, ребята, до Рождества у вас есть возможность выиграть деньги в прямом эфире на наших хэнгаутах. Приходите, приглашайте своих партнеров, обязательно распространяйте эту информацию по всем социальным сетям, связывайтесь с людьми, что есть такая возможность выиграть деньги на свой бизнес, 100 баксов в прямом эфире. Также у нас есть баннер-креатор, дорогие друзья, zoocoalbannercreator.net. И здесь вы можете делать на этом баннер-креаторе свои баннеры, 10 штук бесплатно абсолютно, и распространять их, скачивая на другие сайты и так далее. Когда мы закончим эту секцию, когда у вас будет 200 пакетов на первом уровне активных, у вас будет доступ к баннер-креатору, к лендинг-пейдж-креатору. Так что для баннер-креатора вы получите доступ в том случае, когда у вас на втором уровне будет 200 рекламных пакетов. Так что у нас есть еще новый отслеживатель ссылок. Сейчас он под дизайном и дорабатывается, так что вы видите, что вы можете отслеживать свои конверсии по ссылкам, которые вы шифруете в коротких ссылках. Так что я сделаю видео, как использовать этот инструмент чуть позже. Так же, как и Landing Page Creator, вот, к примеру, я в него захожу здесь в кабинет, и вот внутри этот профиль, и я иду на свои страницы. Дайте я вам покажу, как они выглядят. Это очень просто. И как сделать этот Landing Page. Соответственно, также к нему идет бесплатный хостинг. Вам отсутствует надобность его покупать отдельно. И вот такой вот Landing Page Creator у вас будет делать такие простые, интересные
Страница захвата. И здесь два видео. Это первый этап для того, чтобы начать использовать и создавать свою страницу захвата или продающую воронку. Так что на следующей странице вы сможете выбрать свой шаблон. С задним, к примеру, я этот выберу, с задником видео или какой-нибудь другой. На следующей странице я возьму здесь, например, водопроводчика, сантехника, нажму на Next, следующее, потом вы сможете подключить свой автореспондер, к примеру, Aweber, GetResponse, ListWise, LGT, MailChimp, Constant Contacts, Campaign Monitor и так далее. И также будет Zucl добавлен, соответственно. Вы выбрали автореспондер, API-ключ, кликнули следующее. И все видео, которые показывают, как использовать это все. И вы сохраняете в итоге эту страницу, и все нужно, что нужно. Вот видите, сейчас мы обновим, и видите, задний фон просто изменился. Так что любой из ваших выбранных фонов может быть применен к лендинг-пейджу в этом инструменте. Также будет доступ к маркетинговым инструментам. Если вы не участник Zucl, соответственно, вы можете в zucl.com зайти и бесплатно сделать свой кабинет Zucl, зарегистрироваться и зайти в него. Также у нас страница для паблишеров. Паблишеры — это те люди, которые имеют блоги или сайты, те, которые хотят зарабатывать и имеют трафик. К примеру, давайте возьмем вот этот веб-сайт, и у вас есть много трафика, который проходит через ваш веб-сайт или блог. И все, что вам нужно, просто вы берете от нас часть кода и вставляете себе в какую-нибудь часть страницы, там, где вы будете, где у вас проходит очень много народа. И часть денег вам будут отправляться, а точнее 70%, как мы просмотрели об этом в понедельник. Смотрите за 31 октября наш хэнгаут о том, чтобы понять, как зарабатывать на сетевой рекламе Zucl Ad Network. И нужно, чтобы ваши сайты были одобрены. Вот видите серию веб-сайтов, которые мы одобрили. Так что я не могу ждать, когда я вам покажу это. У нас будут свои вебинары. Мои комнаты, ребята, мы будем сами их делать. Так что мы все развиваем это. И, соответственно, здесь, на этой странице, вы можете полностью описать свои детали о том, о чем ваш блог, и создать, соответственно, когда вы будете одобрены, вы будете в секцию Approved добавлены, как подтвержденный пользователь своего блога. И, соответственно, когда вы будете одобрены, вы нажимаете Publisher и Get your ad code. То есть вы видите вот мои сайты, к примеру, здесь они. Вы выбираете свой, к примеру, после одобрения. Вы нажимаете Next, и это генерирует ваш, для вас код. И я думаю, через несколько следующих часов будет доступна эта возможность уже полностью.
Так что, ребята, вы уже можете получать деньги, соответственно, с вашего блога, после того, как разместите рекламу эту Zoocoloe Network на своем блоге или сайте. Здесь в рекламной секции наш программист Дэнни еще работает. И, к примеру, вы продаете машины, и вы хотите рекламировать сайты по рекламе автомобилей, к примеру. Или у вас есть бизнес, или у вас есть финансы, к примеру. Так, также бизнес по здоровью. Дом и сад, к примеру, или какие-то конструкции там для этого, и тому, что вы лопатами торгуете, не знаю. Или у вас есть блог такой, соответственно, и вы хотите рекламироваться на нем. Или income opportunity – это возможности заработка. И, соответственно, то есть вы видите, что по темам таргетинга вы точно выберете и сможете вот эту всю сеть использовать для рекламы, сетевой рекламы. И, соответственно, также нажимаю на Buy Network Ads. Это сетевая реклама купить. Также вы выбираете компанию, к примеру, которая вам нужна. К примеру, я сейчас возьму Gold. И скоро у нас Zoocoloe Gold тоже идет. И здесь ваш сайт, соответственно. http://zoocoloe.gold. Я здесь выбираю, сколько, когда я хочу ее запустить. И, к примеру, я выбираю картинку, рекламную картинку. И everywhere это выбираю, чтобы была показана везде. И эта секция показывает, какой баннер будет по размеру. И потом, когда вы выбрали, вот нажали сюда, уже загрузили баннер, к примеру, выбрали баннер. ...468/60 в данном случае. Ну окей, вы выбрали баннер, взяли. Я здесь просто меняю, соответствующий баннер у вас обязательно должен выводить на тот ресурс, о котором он идет речь. То есть здесь я просто поменяю zoocoloe.network.com и сделаю ZAN. И я и тут использую доступный для вывода, и я хочу выбрать клики, или вы можете выбрать показы, и я, к примеру, беру и покупаю 1000 кликов, и в день я хочу, к примеру, тратить $10, давайте 10 купим, вот. 10 кликов будет стоить $1.5. И здесь Pay Deploy Now. И, соответственно, эта реклама, которую я настроил сейчас и купил, идет к админам, которые будут ее одобрять. И, соответственно, Дэнни сейчас над этим работает. И сейчас я обновлю свой экран. И где здесь? Вот здесь AdWords, My Network Ads, моя сетевая реклама. Закрываю это. Так что здесь будет по стандарту лист ваших рекламок, где он будет в ожидании, потом в то, что они одобрены. Что еще следующее вам нужно знать? И вы видите, что AdPacks нету AdPacks. И кто-то спросит, где же рекламные пакеты, где же эти AdPacks? А, Affiliate AdPacks.
Сейчас мы перенесли сюда, от Паки. И здесь вы что видите? Видите все свои пакеты. И видите, тут здесь 2 и 317 на 10 уровне. И также у вас есть обновляющиеся даты, которые вы видите. Я сюда кликаю, и в момент у вас списывается Success Renewed. То есть вы на месяц продлили свой рекламный уровень этих пакетов. И я хочу купить сейчас рекламные пакеты. И я выбираю, например, уровень рекламных пакетов. Я здесь выбираю 10. И я оплачиваю своего доступного баланса на вывод. И видите, здесь есть pending balance. Он ушел вообще. Потому что часть задержанного ожидающего баланса перешло в доступный баланс на вывод. И я выбираю обязательно доступный на вывод баланс и покупаю, нажимая Buy Now. И что происходит? Эта кнопка дает возможность купить еще больше рекламных пакетов. И что дальше происходит? Идем на свои финансы, и вы идете от funds сделать, добавить свои деньги. И добавить возможность есть через кредитную карточку свою, через Perfect Money, через Pay2 систему, через Perfect Money также, с Payzy, Bitcoin и Solid Trust Pay или STP. А здесь в аккаунте сейчас вы видите админскую панель, но это он только у меня, у вас она не будет. My Profile мы заходим. То есть, что нужно сделать? Так что, ребята, вы очень много изменений увидите, и в My Profile, в секции моего профиля, вы увидите три новых для заполнения. То есть нужно будет добавить свой паспорт, имя, точнее, все заполнить полностью, день вашего рождения. И сейчас, ребята, вот я вам показываю, как мы работаем над ЗАНом, потому что мы много изменений делаем, и я думаю, вам понравится, когда мы это все закончим. И сейчас на веб-сайте 148 человек, например. Сейчас у нас 243 человека. У нас был один дизлайк до того, как мы начали хэнгаут. Ребята, давайте все зайдем в Zookolab Network. И что я хочу сейчас показать, ребята? Я тут посмотрел на Alexa ranking, ранг Alexa. И Google сейчас у нас на первом месте. И мы сейчас, ребята, поднимаемся. Из миллионов сайтов мы сейчас на 23 471 месте. И это феноменально, ребята. Смотрите, мы всего, когда мы начали, 1 апреля, и мы все время поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся и поднимаемся. Так что мы все популярнее и популярнее, ребята. И что я хочу показать вам, ребята, перевести вас на пост. Так что через минуту я вернусь на этот пост. И я вам просто... То есть заходим сейчас на этот пост, ребята, и смотрим, что там написано, переводим. Мы делаем хэнгауты 3 раза в неделю. Сейчас в понедельник мы делаем Zookol хэнгаут, в среду мы делаем Zookol Network хэнгаут, и в пятницу у меня будет презентация для вас в компенсационном плане Zookol Go. Так что среда – это Zookol Network.
because I appreciate that some people have day jobs. On a Monday, we'd like you to promote. Так что, ребята, в понедельник мы, я понимаю, и очень благодарен тем людям, которые делают раскрутку нашей системы, кто работает, и по понедельникам, пожалуйста, делайте раскрутку Zuku. И, к примеру, во вторник вы можете отдыхать или раскручивать любую свою программу, в которой вы есть другой. Что еще самое главное, ребята? Мы не ищем тех людей, которые только будут покупать рекламные пакеты. Нам нужно найти два типа людей. Первое – это те люди, которые хотят зарабатывать деньги со своими блогами или сайтами, которые они будут брать часть кода из Zuku Network, и баннеры будут кликаться у них на блоге или на их ресурсе. Они называются, ну, паблишеры, то есть издатели. Издатели, к примеру, потому что они имеют свои веб-сайты или блоги. Так что связывайтесь с этими людьми, потому что если они хотят заработать, здесь есть возможность. Это первая часть людей, которых мы ищем. То есть мы раскручиваем сейчас нашу сетевую платформу рекламы. И также, что я чуть-чуть позже вам скажу, как мы будем отслеживать эту рекламу или этих рекламщиков. Так что, ребята, вы видите, да? Надеюсь, что вы видите, какая сила сейчас нарастает и что делают программисты с системой Zuku Network. Я реально просто горжусь на самом деле, что я вижу процветание и рост этого бизнеса. Через год это будет просто феноменальная машина рекламы. При том, что мы сейчас уже имеем огромное количество генераций всего, и денег, и людей, и рекламы, и Алекса. В Алексе видно, что мы растем. Так что, ребята, на первом уровне, имея 200 пакетов Zuku Network, вы имеете возможность доступа к баннер-креатору. Так что следующее, на втором уровне, имея 200 пакетов рекламных, вы получаете доступ к лендинг-пейдж-креатору. На третьем уровне, имея 200 пакетов, вы получаете доступ к отслеживающему, к отслеживанию ссылок. Так что, ребята, я не знаю, как вы, но я не знаю ни одну компанию, похожую на Zuku Network, которая дает возможность, имея рекламные пакеты на уровне, еще иметь доступ абсолютно бесплатно к инструментам. Так что, ребята, разница здесь у нас есть в партнерстве, в паблишере и в рекламщике. То есть у нас три направления идет. Аффилиаты – это те, кто получают деньги, соответственно, с купленных рекламных пакетов. Паблишеры – это те, кто распространяет информацию на своих сетевых ресурсах или на ресурсах просто, как имея сайт и блог. И о рекламщиках мы еще поговорим, кто это такие. Так что, ребята, я не знаю ни одной другой бизнес-компании по долевой рекламе, которая бы давала такие возможности. И, соответственно, самое главное,
ни одна другая долевая компания рекламы не дает сетевую рекламу среди всех этих сайтов, которых мы видели в понедельник. И вот что сейчас еще Джереми добавит. Что еще я хочу добавить, ребята? У вас есть в Zuccoled Network Repurchase Balance. Потому что я хочу уточнить и прояснить эту вещь, что делать с Repurchase Balance. Если вы заработали доллар, давайте посмотрим, как это работает. К примеру, вы заработали своего рекламного пакета, $1, и идет 70% repurchase баланс. То есть это перепокупной баланс. Так, не по-русски как-то звучит, перепокупной баланс. Но 30% идет из этого доллара в available withdraw balance, доступный для вывода. Так что этот repurchase баланс именно для того, чтобы покупать рекламные пакеты. Что еще можно будет сделать с этими деньгами в repurchase балансе? Их использовать для инструментов и тренингов. У вас будет баннер-креатор, лендинг-пейдж-креатор и отслеживатель ссылок. И также будет добавлено еще больше инструментов туда, всяких вещей. Также у нас будет доступ чуть попозже к тренингам, как, например, использовать JVZoo или ClickBank, чтобы продать продукты. И мы с коучем будем показывать вам это на этих тренингах, которые вы сможете приобрести со своим перепокупным балансом. Так что Commission Junction, Affiliate Windows, окна партнерства, вы сможете понять, как просто покупать продукты и продавать их. И как использовать ZAM правильно. Потому что вы... То есть рекламные пакеты, что это значит? Это рекламные пакеты, которые вы покупаете. Если вы покупаете, к примеру, рекламные пакеты на первом уровне за $1, я думаю, что это неправильное имя Adpack, потому что нам нужно изменить это. И вы покупаете, по сути, баннер, который показывается в директории Zuccoled Network. Что вы делаете? Вы заплатили доллар. То есть мы продаем рекламные места на лендинг пейдж креаторе, на наших инструментах, в ZAN-е внутри. К примеру, на баннер креаторе. Есть там места для баннеров. И эта реклама будет показываться на разных этих веб-сайтах. И вы будете получать кусочки, проценты от этих показов. Представьте, что вы едете по трафику, по дороге и видите баннер на дороге. Он говорит там, что-то покупай, и это рекламное место. И представьте, что вы имеете часть этой рекламы на этой, то есть заработок с этой всей рекламы, часть от нее идет к вам. И мы продаем это место. Но это в виртуальном пространстве интернета, которое есть на ZAN-е,
в инструментах или на всей нашей сети. Так что, что вы получаете за $1, когда вы покупаете рекламный пакет? Вы получаете возможность рекламироваться как сами, также вы возможность получаете зарабатывать деньги с этих всех рекламных площадок. То есть с $1 вы в итоге получаете за один, с одного пакета $1.20. И, к примеру, мы возьмем проще. 1, 2, 3 сайта. И вы купили $1. И, к примеру, вы купили на втором уровне рекламу. И у вас есть вот здесь вот часть на первом сайте, вот тут и вот тут. И, например, на третьем сайте тоже вы чуть-чуть больше видите. И на $50, на 10 уровне рекламных пакетов, за $50 рекламный пакет. И вы получили часть процентов с каждого нашего ресурса, на котором показываются эти рекламы. Так что это... Я вообще не люблю вот эту вот долевая реклама, бизнес долевой рекламы, мне не нравится это название. Но вам никто этого не даст, ребята, то, что мы здесь сейчас проходим. Мы первая планета, первая компания на этой планете, которая делает то, что мы сейчас что вы сейчас видите. Никто не делал вообще до нас этого. Но концепт безумный просто, ребята. Так что, ребята, мы просто берем вот эту всю сетевую рекламу, засовываем ее и упаковываем в один концепт, где люди могут покупать как просто рекламу, также просто и зарабатывать на рекламных пакетах, на этих рекламных местах и баннерах, также и зарабатывать на своих блогах, размещая эти рекламные пакеты у себя. Мы не сидим просто так и со своими деньгами в карманах. Так что чем больше вы рекламных пакетов купили и чем больше уровней заполнили, тем, соответственно, больше у вас места на этих рекламных сетевых платформах всех зарабатывать деньги. То есть представьте, или вы на одном баннере в городе разместились, или у вас есть часть, там, 2% с 1000 баннеров по всему городу. Вот примерно так это будет работать. Но опять это тоже неправильное сравнение, потому что в общем, мы будем еще больше разбираться в этом. Так что вы сможете использовать Repurchase Balance для использования его на покупку инструментов или тренингов. Так, ребята, теперь я просто замолчу и перейду к коучу опять. О, это просто великолепно, это огромно, это просто мощно. Никто не делает такого, реально никто. Никто не делает этого, то, что ты нам показал. Ни одна компания по долевой рекламе заработка, по заработку долевой рекламы не делает этого. Тара оставила мне лист наших победителей. И сейчас я озвучу. Шанель Джонсон, первая выигрышная $100 в рекламных пакетах. And we have Lenora Wilson.
Также мы имеем Ленору Уилсон, 100 рекламных пакетов в Zuccoled Network. Да, $100 на рекламные пакеты, да. Следующий выигравший человек — Джим Уоллс. Следующий выигравший — Брайан Рид. Джуней Цуми, какая-то наша из партнеров выиграла. Вот что еще хотели мы узнать, Джереми, уточнить. Что за 200 пакетов, на каком уровне дается доступ к инструментам? В выпадающем меню будет сказано конкретно, сколько нужно будет рекламных пакетов для доступа, к примеру, инструменту Banner Creator. И там вы точно будете видеть чуть позже, что нужно на каждом уровне конкретно для того, чтобы иметь те или иные инструменты. If you don't have 200 and you still want to get access to the tool, you'll be able to use your repurchase balance as credits for those tools. И, к примеру, будет опция, где будет сказано, например, на третьем уровне вам нужно будет, что нужно иметь для того, чтобы иметь для доступ абсолютно бесплатно к инструментам и, к примеру, к тренингам. Например, это будет там 200 пакетов на третьем уровне, и вы будете иметь доступ такому-то инструменту плюс тренинги. И, ну, если у вас также не будет соответствующего количества пакетов на определенном уровне, например, это же третий уровень, то вы сможете воспользоваться своим repurchase балансом или перепокупным балансом, чтобы приобрести за эти кредиты доступ к этому инструменту или тренингу. Так что мы все будем это менять и дорабатывать. У нас очень много вещей, ребята. И я предполагаю, что к пятнице мы сделаем уже около 90% того, что мы запланировали вообще. Потому что следующие 10% это будут тренинги о том, как зарабатывать и не только на других платформах, таких как ClickBank. Так, Джереми спрашивает, выбрала ли Тара кого-нибудь на этом хэнгауте?
теперь, ребята, просто заходим быстрее на основной хэнгаут и пишем. Всем привет, привет, Сергей. И вот что еще. Джереми разыгрывает $5000 абсолютно бесплатно на рекламу. То есть, если вы офлайн бизнес, дорогие друзья, то вы сможете получить эти $5000 на свой бизнес для рекламы в интернете через нашу платформу Zoopalad Network. Но это не касается MLM-компании или заработка в интернете и так далее. Это только речь идет об офлайн-бизнесе. Так что мы ищем этих людей, кому нужно, сконтактируйтесь с ними и скажите им, что вот есть такая возможность получить вам рекламу на ваш офлайн-бизнес, то есть на земле, бизнес на земле, офлайн-бизнес. На $5000 рекламы в нашем Zoopalad Network пространстве. Так что, ребята, вы сможете загрузить этот баннер, взять текст, перевести на русский язык, также перевести баннер на русский язык и просто распространить эту информацию или повесить у себя на социальных сетях об этом, прикрепить. Мы, ребята, вообще не беспокоимся о том, что люди будут приходить и покупать рекламные пакеты. Но мы также беспокоимся и нас волнует, точнее, мы идем к тому, чтобы к нам приходили паблишеры со своими сайтами и блогами. Потому что, поверьте мне, у нас есть очень много сайтов, сеть рекламы просто, и ваши рекламные пакеты будут просто вот так вот щелкаться быстро и приносить вам соответствующую прибыль. То есть нам нужны рекламщики, и нам нужны паблишеры, которые имеют свои блоги. И если будет помощь от вас, это будет фантастично, потому что действительно больше, быстрее пойдет возможность отработки наших рекламных пакетов, соответственно, получение прибыли. То есть рекламщики – это те, кто покупает рекламу. Вот примерно, как сейчас Джереми объяснил, что $5000, к примеру, за какой-нибудь офлайн-бизнес или бизнес на земле купил рекламы у Zoopalad Network. Так что, если вы хотите эти деньги получить, просто имейте этот бизнес. Просто идите на этот мой пост, напишите в комментарии, что я имею такой бизнес, о котором написано в посте, и мы свяжемся с вами. Соответственно, вам нужно создать бесплатный Zoopalad Network аккаунт. Так что, ребята, регистрируйтесь бесплатно, заходите на Zoopalad Network, и я вам дам возможность получить $5000 абсолютно бесплатно на рекламу. Вы получите тонну рекламы, тонну кликов на свой веб-сайт. Так что, ребята, каждую среду промоушен делаем на Zoopalad Network, и в пятницу мы делаем промоушен на Zoopalad Gold. После того, как мы отдохнули в уикенд, суббота, воскресенье, в понедельник мы опять начинаем Zoopalad. Так что, ребята, всего лишь делайте 2% 3 раза в неделю.
Это всего лишь 5-6 постов. Один в понедельник, один во вторник. Вся ваша маленькая помощь отправит наш бизнес вместе с вами на Луну и обратно. Так что, ребята, что вам я точно скажу? Мы не похожи ни на какую близко даже рекламную, долевую рекламу бизнеса, то есть RevShare-компания. И это самое главное понять. Мы рекламная платформа, ребята. Но построена по модели стандарта RevShare-компании. Но мы превращаемся в сетевую платформу, которая рекламирует очень много бизнесов. Не только онлайн-заработок, там инфобизнес и так далее, но и офлайн-бизнес. И это очень классно. Мы всего лишь 6 месяцев как стартовали, и это только начало, ребята. Так что дальше идя, в Alexa ранкинге вы увидите, что это будет феноменально. Если вы не сейчас с нами, то потом будете себя просто бить по голове, почему я не совершил вступление в звуку раньше. Так что, ребята, когда паблишеры и рекламщики, так когда владельцы сайтов и блогов и рекламщики будут приходить к нам, наши рекламные пакеты будут просто зарабатывать нам еще больше и быстрее отрабатывать свои деньги. Видите, какую силу дает владельцы сайтов и блогов, которые ищут рекламу и заработок на этой рекламе. И это время. Если вы имеете там гимназию, ресторан, какой-то йога-центр, то предложите им просто, если вы туда ходите, а нужна ли вам реклама, а хотели бы вы получить $5000 на рекламной платформе Zoopla Network абсолютно бесплатно в своем городе? И это бесплатно, ребята, да это просто феноменально. Чтобы получить реальный приток клиентов, просто предложите эту возможность любому. Может быть, это сеть ресторанов какая-то, какой-то отель, который вам нравится, а он ищет рекламу. А реклама нужна всем бизнесам, особенно офлайн-бизнесам. И просто зайдите на, потом отправьте куда человека. Покажите ему сайт, точнее, профиль Джереми Раша. Пусть он найдет этот пост, под которым напишет: да, yes, I want to connect with you with my, about my business. То есть элементарно. Напишите, что я хочу поучаствовать в этом и протестировать вашу рекламную платформу на нашем бизнесе, который имеем офлайн. Так что, ребята, вы сейчас находитесь просто в великолепной позиции в этой рекламной платформе. Представьте, где вы будете через 6 месяцев, ребята. Просто представьте, где мы будем через 6 месяцев, если сейчас уже такой рост идет безумно крутой. Они просто будут спрашивать вас об информации. Мы просто говорим все время о 2%, каждый день. Делайте свои 2%. И делайте свои 2%.
Всего лишь 3 дня из 7 дней. Понедельник, среда и пятница, ребята. Промоушен бизнеса. Этот бизнес больше, чем просто заходить утром в свой кабинет и проверять, пришли ли деньги или нет. Ребята, это не то место, где нужно просто жаловаться или просто получать деньги еженедельно и ничего не делать. Это платформа. Для всех бизнесов и для тех людей, кто хочет изменить свое финансовое будущее, нужно что-то делать для этого ежедневно. Поэтому делаем для вас синхронные переводы, ребята, 3 раза в неделю. Так что, ребята, делайте себе одолжение и расшаривайте эту ссылку этого хэнгаута. Сейчас очень много сетевиков, MLM-чиков, они до сих пор используют старые методы. Просто спамят в скайпе. Ребята, это уже просто уходит в прошлое. Это 20-летней давности опыт, который сейчас уже работает процента на 3 максимум. Вам просто необходимо понимать, что такое инструменты, что такое трафик, где его брать, как правильно писать рекламу, где взять вообще трафик рекламный. Это просто сеть огромная, это миллиардная компания, заработок по миру. Что такое интернет-маркетинг? Мы занимаемся здесь обучением вас абсолютно бесплатно, чтобы вы понимали, как строить свой бизнес в интернете правильно и корректно. Это именно те 2%, которые будут получать деньги и получают сейчас. Остальные 98% просто шлют тебе открытки, поздравляю с днем рождения, и потом предлагают бизнес. Это без шансов. Это уже не работает. Так, теперь, ребята, еще раз рекламные пакеты. Следующий выигрыш Пол Коно выходит. И позитивные... Девушка выигрывает Рэнди W. Хэнсон. Джимми Лак. Следующий выигрыш. Кэтрин Смит. Я люблю эту девушку, потому что она делает иногда посты, комментарии под мои посты. И позитивная девушка из команды Zuku уже давнешнее время находится, Шелли Кен. И Джереми закрывает этот хэнгаут. И в Zuku Lab Network мы добавим секцию Solo Ads. Это будет целая директория Solo Ads, то есть которые будут предлагать вам провайдеры Solo Ad рекламы. Мы просто создадим эту директорию и туда добавим кучу просто провайдеров Solo Ad. И вы сможете... И вы будете их поднимать и опускать в этом листе. То есть они будут соревноваться друг с другом.
Также мы покажем вам, где вы на Easing сможете рекламироваться. И Easing будет поднимать этих людей за ваши комментарии, как они отработали эти solo ads. Сейчас мы попозже, после хэнгаута, объясню, что такое solo ads. И также над всем этим вы сможете покупать рекламу в социальных сетях, ребята, лайки для, на YouTube. И это все будет Zoocoola Network, ребята. Просто круто. И это будет чистая рекламная платформа. Так что, ребята, увидимся в следующем хэнгауте в пятницу. Так что, победители, всегда связывайтесь с Тарой. Именно отправляйте свой email из Zoocoola Network. Так, еще какая, еще одна вещь. Так, ребята, если что-то не работает в Zoocoola Network, не пишите в саппорт. А так, сейчас Джереми попрощался. До пятницы. Так, ну вот такие, ну просто, что можно сказать, ребят? Это сильно, это круто, это круто. Супер, супер. Так, в общем, solo ads реклама это, ой, solo ads это покупка имейлов. То есть это чистый трафик из 5 континентов развитых стран. Это Канада, Америка, Англия, Австралия и Новая Зеландия. Solo ad обычно стоит от 80 центов до доллара 50 где-то так за имейл. То есть что такое? Вы покупаете, например, минимум 100 имейлов. То есть вы оплачиваете там от 80 до 120 долларов за то, что на ваш продукт идет вот solo ad, русскоязычное пространство еще долго будет понимать, как до этого дойти. То есть это трафик тех людей, которые потенциально могут купить ваш продукт. Вот что такое solo ad реклама. Просто можете вбить в Google даже solo ads. Что такое solo ads? Так что вот так. Ну, ребята, вот... Если сравнивать то, что делает Джереми сейчас, блин, это очень круто. То, что у нас есть вот эта информация, реально все круче и круче. Представьте, что вы обучаетесь постепенно вот тому, что он показывает. Это вообще, блин, очень круто. То есть что такое очень круто? Мы видим рост самой системы, как она в ранке Алексы поднимается. Что такое там solo ad реклама, еще это добавляется, еще будет... Ну, блин, вообще, это безумно круто. Я даже не могу представить, что... Как... Супер, супер. То, что есть, не похоже ни на одну платформу, которая есть вообще рекламная платформа. Через пару лет Zoocoola Network, вообще Zoocoola будет... Ну, я даже не знаю. Если представить наихудший вариант, это вообще Zoocoola не станет абсолютно. Ну, это... Или же идеальный вариант, мы реально переплюнем, будем первее Гугла. Ну а так, по сути, пусть получится, как наилучшим образом это произойдет. Вот. Ох, если есть вопросы, давайте пишите. Пишите вопросы. Вот что я еще хотел показать. То есть сейчас я перейду на наши посты. Наших. И для вас облегченная штука какая. Для следующего хэнгаута у нас будет на нашу... То есть вся информация мной готовится для вас специально. И даже сегодня сделал новый баннер. Вот. То есть я, получается... То есть кем мы себя можем позиционировать здесь сейчас, да? Мы промоушеном занимаемся Джереми. Почему? Потому что мы не имеем тех ресурсов, которые есть у него. Но мы как продюсеры, получается. Мы продвигаем Джереми и компанию Zoocoola. Потому что мы часть, ну, как это, часть команды. Помните, как вы там
Часть корабля, часть команды. Часть корабля, часть команды в «Пиратах Карибского моря». Вот примерно так. То есть у вас сейчас есть русскоязычный баннер и также англоязычный баннер. И вы можете свободно брать этот баннер. Он у нас расположен на Zucool International, вот вы видите. Этот баннер также он будет распространяться в ту же пятницу или среду или понедельник. Zucool Network сегодня, соответственно, на английском языке баннер и русскоязычный баннер. Вы сможете его использовать также в своих рекламах. Можете сами тут заменить что-то. Там, например, если вы приглашаете по своей ссылке, вот Jeremy Rush. И каждый раз для вас этот баннер будет новый, и я буду его делать. Также самое главное – это информация о англоязычном ресурсе YouTube. Ну, а то, что когда у нас свой будет вебинар, свой вебинар, это будет вообще круто. То есть вы видите, да, вот просмотр 558 уже. Это канал Jeremy. И следующая ссылка, соответственно, здешние хэштеги я делаю сразу, откуда они берутся. Они берутся из самого текста вот этого, который я перевожу и адаптирую быстренько. И также рекламная сеть, это название хэнгаута и соответствующая ссылка тоже на наш ресурс. Там, где проходит там Zucool Russia на наш хэнгаут, да? Да, вторым Биллом Гейтсом. Ну, примерно так. Окей, Сергей, пересматривайте. Ну, реально, здесь обучение очень серьезное. И взял, просто сделал быстренько посты. Откуда? Zucool Network по-русски. Размещать рекламу. Ну, я представил, как я бы что-то искал по поводу рекламы. Да, откуда? То есть реклама здесь, размещать рекламу. Вот, я просто взял и соединил, и сделал это хэштегом. Почему? Потому что, к примеру, инструмент в Facebook Ninja тот же, за $50 он, или социальный снайпер, там можно вставить в каждом своем посте, их 20, к примеру, в Facebook и Ninja. Есть. Сейчас я так даже зайду. Покажу. Шаблон сообщений, как это работает. Реально классный инструмент. Да, социальный снайпер или Facebook Ninja. Ну, сейчас оба покажу тогда. Захожу, это в пакете Intermediate, в промежуточном пакете. Я на английском просто делаю, мне так удобнее. И здесь есть Message Templates. Например, у меня есть несколько рекламных. Вот видите, это все заготовки. GSU, там, ну, Granted Synapse. И вот здесь вот можно сделать ссылка, сократитель ссылок, тут же также в $50 пакете название самого поста, под постом, и вот хэштег. То есть короткое, о чем идет речь, баннер и ссылка, соответственно. И вот таких вот штук целых 20 можно делать. И запускаешь этот трафик просто по всем своим группам. А, к примеру, групп на сегодняшний момент, я сейчас вам покажу, сколько у меня. И к чему я это показал? Потому что эта вся информация, вы из этого всего можете сделать несколько объявлений сразу. Например, штук 5. Вот разные хэштеги. Этих хэштегов будет со временем просто куча. Сейчас их и так достаточно много. И в наших группах они будут постоянно увеличиваться. Ну, Zucool Russia есть на YouTube, на Фейсбуке. И Zucool International. То есть туда заходите. Также в Syndication, если вы есть в группе, используйте это для того, чтобы лайкать и комментировать постоянно. Вот Маруся, Татьяна и так далее. Вот наша Татьяна Кузнецова, отлично, супер. И отсюда берите эту информацию постоянно, потому что она будет улучшаться. Вот тут еще кто-то видео сделал, прикольно, смотрите. Вообще красава, смотрите, как классно. Дебби Кэмп, ну это постоянный наш человечек, который в команде Zucool уже давно. Вот такое интро. То есть это интро вы можете использовать для своих роликов в Google, ой, в YouTube. Шикарное начало ролика. Супер, супер. Дебби Кэмп, отлично. Вот.
Что еще? Так, ага. Вот тут еще один такой трек. Ну, прикольный. Вот творчество людей. Вот так вот делается. Классно. Вот вам еще одно. 10-секундное видео. Тоже на свои видео можете записывать. Татьяна Кузнецова, обязательно вот это делайте. Добавляйте в свои YouTube, в свой YouTube-канал, к примеру, в следующих видео, которые вы будете делать. В самое начало, чтобы это вау было такое. Интро. А, что еще? Вот. На Zucal International в основном тоже посты о том, что у нас будет происходить в понедельник, среду, пятницу. Ну, плюс остальные, там вечеринка вот прошла, были видео, да, с Марусей и так далее. Вот это сегодняшний пост. Вот это, ага. Еще один пост. И постоянно просто берите эту информацию. Сейчас он загрузится. Вот предыдущий понедельник. Ой, простите. Отсюда именно Zucal International можете использовать для своих рекламок. И, соответственно, Facebook Music, когда я перехожу, сейчас я вам покажу постлоги, как он использует. То есть вот пост окей, например. И вот пост. Они эти посты прошли. Я постоянно, они идут. Вот этот пост. Как он выглядит? Мы его увидели, как он в темплейтах. Нужно лайкнуть. То есть вот эта ссылка, вот хэштег и вот текст. И сам баннер. Ну, 44 минуты назад автоматический постинг этот так работает. Здесь другой пост. Тоже вот час назад он был. Каждые 15 минут там выходят эти посты. One team, one mission, one link. И тут big... человек сюда нажимает и переходит, соответственно, на Zucal.com. Все. То есть я сейчас в своем профиле, потому что я зашел в своем Zucal, нахожусь. Кабинете, а человека переносит на центральную страницу. И вот таких вот так вот по чуть-чуть набираете в свой Facebook аккаунт Saving Groups. Сейчас я покажу вам My Groups. То есть мои группы я захожу. И вот тут сейчас будет показано. Вот представьте, у меня здесь сейчас показано 1000 групп, да? 1000. И в эти все 1000 групп можно их сформировать. Сколько сетов, тут очень разное много. Вот это разные все инструменты показаны, как использовать на нашем блоге. Под этим видео есть Zucal, там, blog.zucal.com. И здесь можно там каждые 12 минут, полчаса, каждый раз в день. И так далее. Вот видите, сколько групп, просто немерено. Также тем самым я это использую в своем социальном снайпере. А социальный снайпер тоже, вот постлоги можно посмотреть. То есть как он загружен, сейчас я покажу. Пост на setup messages. Я выбираю здесь компанию уже настроенную. Сейчас я выберу. Здесь этих реклам достаточно много тоже. Постлоги, вот видите, да? В LinkedIn, в Tumblr, в Twitter идут. Вот, к примеру, в LinkedIn можно посмотреть этот пост. Пост successful тоже. Каждый час идет по посту, все эти три поста в разные социальные сети. В LinkedIn, Tumblr, Twitter. И как это выглядит? Вот, моментально. То есть очень коротко. Почему? Потому что у меня идет в Twitter с картинкой доступно только 99 или 100 знаков. Вот все красные – это не рабочие, белые – это рабочие. Я сейчас выбираю просто... Вот тут можно социальную сеть выбрать, а здесь у меня компания выбираю. И выбираю вот эту вот компанию. Здесь у меня, видите, первая, третья и так далее. Я нажимаю карандашик. Здесь на карандашике, здесь, соответственно, есть. Я выбрал три социальные сети. И, к примеру, в это время, в час по Гринвичу, выходит соответствующий пост, который имеет... Сейчас я вам фишку тоже покажу. А, нет, нет, сейчас не покажу. То есть в... В Word я использую Word для того, чтобы подкорректировать, сколько у меня вместе с ссылкой уходит знаков. Короче, ссылку можно сделать, это я давно делал, просто меньше делайте имя, название ссылки, например, там сокращенно ZAN, да, и один. То есть это отслеживатель. К примеру, сейчас я покажу, как он работает. Я возьму, копирую это,
И вот это идет 180 дней. На протяжении 180 дней вот эти все 20 сообщений у вас будут идти просто по вашим социальным аккаунтам. Вот я, к примеру, Twitter возьму. Твиттер свой. Потому что включен, все это работает. И я просто захожу сюда. Свой профиль показать. Ну, тут 9 уведомлений, то есть кто-то реагирует на это. Вы видите, у меня твиты, 11600 твитов уже. Читаемые читатели, я постоянно, ну, иногда захожу, и вот они посты. Вот он пошел пост сюда 7 часов назад. 9 часов назад, 11 часов назад, вот видите, 13 часов назад. И вот так вот, просто лента из этих баннеров. И, соответственно, вот здесь информация есть, которая мне нравится. То есть суть в чем? Я раскручиваю свой аккаунт не только рекламой по бизнесу, да, но и тем, что у меня идет ретвит от ВК, да, из ВКонтакте. То есть помимо бизнеса я тоже занимаюсь, там, мне интересная информация какая-то. Чтобы не только бизнес был. И таким образом и в Twitter тоже мой будет использоваться в качестве заработка в платном посте 90 центов за пост, когда запустится это все. Что еще? Кстати, Facebook нельзя работает корректно. Вот, я показал, работает. Ну ничего, в первую очередь я ради себя это делаю, потому что я сам хочу вырасти и показывать эту возможность русскоязычному пространству. То есть тут Джереми главное говорит, то, что ты хочешь, дай то людям, что тебе нужно. То есть дай людям то, и по стандарту ты получишь то, что тебе надо. И я потихоньку все это раскручиваю. Да, перспективы огромные, действительно. Я с Татьяной согласен, потому что видение Джереми, оно далеко настолько. Первое, это есть отличный логотип. Это еще, повторюсь, три вещи, которые нужны в бизнесе. Это идея. А, скиньте, посмотрю, не всегда успеваю. Да-да-да, окей, потом посмотрите. Бегите. Вот, что еще? Сейчас что-то мысль ушла. Так вот, вот эти посты идут и в LinkedIn в том числе. Так что вот так и работает. Вот, да. Сократитель ссылок. Я скопировал уже, он у меня сейчас в буфере обмена. Сейчас я вам покажу, как работают эти ссылки. Ctrl-F. Найти. Вот, смотрите, пожалуйста. Вот такой трафик бежит. Вот все эти 4000, 3000, 4000, 5000 кликов. Вот такой вот трафик получается. То есть, по сути, за такой трафик я бы отдал за каждый клик, представьте, от 10 центов до 30, к примеру. Если брать такую, дешевую рекламу на Google AdWords. А здесь вот сколько? Возьмем, да, 20. Представьте, ребят, 20 баннеров. И, к примеру, в среднем давайте возьмем 3000, да? 3000 возьмем. И посмотрим, сколько это стоило бы денег, кликов. Сейчас я запущу. Мне там 20 баннеров на 30. И разделим, на 20 центов. 3000 кликов, которые с Google AdWords или с Яндекс.Директа можно взять, умножить на 20 постов, которые есть, у нас получается 60 тысяч кликов. И делить на 80, на 20 центов. Да? 0.20 равно... Видите? Нет, что-то не то. Я делить сделал.
точное. Отчет я поделил. А, да, надо было умножить, что я запарился. Так, еще раз, 3000 умножить на 20. Равно 60 тысяч кликов умножить на 20 центов. То есть 12 тысяч долларов стоила бы мне эта реклама. Представьте, ребят. А это стоит $50 в месяц. Вот за весь период, пока крутится реклама, даже за полгода $12 000 реклама стоит. Представляете? Через Google, Яндекс. Google и Яндекс. Просто охренеть, какие бабки. Я по-другому не знаю, как сказать. Вот это такой трафик. Это социальные сети через инструмент за $50 в месяц. Возьмем $50 в месяц на 6 месяцев умножим. 5 и 6 – 300. $300 или 12 тысяч, да? Разделим теперь на $300. Зачем? Почему мы разделим? 40. 40 раз, да. В 40 раз меньше. Используя инструменты Facebook, Ниндзя и социальный снайпер, в 40 раз меньше вы тратите на рекламу через социальные сети. Поймите, что еще. Да, конечно, там есть Яндекс.Директ, правильно настроить. То есть это стоит вам директолог. Это только клики на рекламу. А сколько стоит директолог, который будет следить за этим всем? Представьте, сколько еще затрат нужно получить, то есть оплатить самой компании, которая будет отслеживать вас, в SEO продвигать, если. Это примерно, если вы будете тратить по $500 на рекламу в месяц, ну, на протяжении, вот, посчитайте, 10 месяцев, $5000, там, это вообще минимально, это минимально. Может, даже сейчас таких цен уже нету. То есть вы должны компании платить, она вам будет высылать там SEO что-то, и вас будут в рейтинге поднимать. Вот такие вот цены. 12 тысяч баксов или $300 за полгода. Представьте, да? Просто не верится как-то. Да ладно, что-то непонятно. Ну вот цифры такие. Конечно, дальше нужно развиваться, использовать все инструменты, обучаться этому. Потому что это не просто так, типа, а, привет, привет, пошли сюда, положил деньги, взял, забрал и так далее. Так, сейчас. А, да, я понял, понял. Ага. Хорошо. Прекрасно, прекрасно, понял. Так, ну вот такие, в общем, новости и маленький брифинг после. Так что, ребята, вот такие преимущества инструментов Zuckl и вот такие результаты вы можете получить. Угу. Ну, супер. Татьяна, движемся. Главное, чтобы, как говорится, нас мотивация, то есть мы сами себя мотивировали, видя перспективу, и дальше двигались. Сейчас мы просто на ракете реально. Ладно, всем пока. До пятницы. В пятницу, может быть, завтра будет готов пост. Смотрите скайп, чаты, чтобы его распространять, потому что через наши 2% приходят люди, и они набирают и в Zuckl Ad Network, и попадают в Zuckl, и переливами попадают к нам. И мы дальше развиваемся. Кто-то что-то не понял, не разобрался. Ну, ребята, смотрите Hangout, они на русском языке. Всем успехов, всем пока. До новых встреч, надеюсь, увидимся.